Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні ми продовжуємо розмовляти на тему субсидій з нашими гостями і працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас і ставте свої запитання виключно по темі субсидії. Наш телефон 640477, а наші спікери Олександр Соколов, адвокат, правозахисник, і Віталій Луговський, юрист. Вітаю вас, шановне панство, в нашій студії. От давайте почнемо. Все-таки ми сказали вже, що у нас тема субсидій. Як сумчанам не втратити субсидію в світлі останніх подій? Тобто з 1 травня у нас працює постанова, зміни до постанови про призначення субсидій. Вчора в цій студії ми обговорювали тему субсидій і проблему, що людям, дуже багатьом людям не вдається отримати субсидію. Ми обговорювали цю тему з представниками опозиційного блоку. І політики наші місцеві, депутати обласної ради, назвали власне цю політику антинародною. І чи поділяєте ви таку оцінку? Знаете, ну и политику, и эту постанову Кабинета министров можно назвать по-разному. Антинародной, незаконной, преступной. Только какой в этом толк? Мы легче жить от этого не станем, как мы ее назовем. И знаете, особенность нашего политикума такова, что наши украинские политики готовы говорить обо всем и ни о чем, только при этом не предлагать свой путь решения вопроса. А на сегодняшний день вопрос стоит четко и конкретно. Да? Именно что делать людям, да. Как помочь. Как защитить людей и как им помочь в сложившейся ситуации. Вот со своей стороны мы уже, вы знаете, провели и митинг, направили резолюцию в кабинет министров, народным депутатам от города Сумы. Разработали свою стратегию защиты. Такую сделали памятку, инструкцию людям, чтобы они знали, в чем заключается манипуляция чиновниками и как себя защитить. Вы знаете, что также мы выпустили многотысячным тиражом газету, где тоже об этом описывали все. Подготовили и уже подали в суд иск, потому что уже пошли первые отказы в субсидии. И самое главное, мы подготовили проект внесения изменений в постанову Кабинета министров, где просим устранить все неточности. Им только нужно взять этот проект и принять в том виде, в котором мы им предложили. Более того, мы подкрепили этот проект вот подписями людей, которые собрали в городе в течение недели. Здесь свыше 1000 подписей. Угу. Вот. Поэтому лично для меня вот сегодняшний прямой эфир очень важен, потому что самое главное – это сейчас успокоить людей и объяснить им, что без выходных ситуаций практически не бывает, и мы готовы помочь, стать теми проводниками, которые подскажут, помогут, і все-таки люди, я думаю, получать субсидію. Угу. А давайте зупинимось. Мені вже підказують, що є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі. Ваше запитання. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да. Ми пенсіонери, живемо з мужем, зайдемо в трьохкомнатній квартирі. І в цій квартирі у нас прописан син, але він тут не живе. Він живе за границею. А у нас даже не хотят принимать документы на субсидию. Говорят, что мы ее все равно будем лишены, так что даже не пытайтесь. Сама проблема в том, что есть сын, да, який нібито... Да, сын, но он с нами не живет уже давно, сейчас вообще за границей. Он только прописан, и все. Ага, дякуємо за дзвінок. Будь ласка, який коментар можна дати цій жінці? В принципі, це одна із самых распространенных проблем. То, що відмовляються приймати документи, це однозначно незаконно. Навіть якщо у вас відмовляються приймати документи в самому здании департаменту, ви маєте право, согласно пункту 13 постановления, відправити ці документи почтой. Вот. Срок на рассмотрение документів дається 10 днів. По поводу все же вопроса, да? Суть проблема заключается в том, что работники департамента, на наш взгляд, неверно трактуют нормы этого постановления. Потому что вот в пункте 9 говорится о чем? Что для получения субсидий человек должен подготовить и подать необходимые документы, в частности, декларацию. В этой декларации есть таблица номер 1, где нужно указать членов домохозяйства. Вот. И возникает вопрос, кого же туда указывать, кто же является членом домохозяйства. А членом домохозяйства, согласно этого пункта постановления, являются лица, которые зарегистрированы и фактически проживают. Соответственно, должно выполняться два условия. Лицо должно быть не только зарегистрировано, но и фактически там проживать. Что, что мы видим в данной ситуации? Сын фактически там не проживает.
Соответственно, его указывать в декларацию не нужно. Но работники департамента другого мнения. Вот поэтому, как вариант, мы, безусловно, можем обратиться в суд, и мы уже по аналогичному делу это сделали. Но не каждый человек готов обращаться в суд и ждать там 3-4 месяца. Поэтому у нас есть человеку альтернативный такой вариант, альтернативная помощь. Это выписать своего сына из квартиры. Вот. И таким образом обойти эту тупость и незаконные действия наших чиновников. А на ваш погляд, власне, приймаючи цю постанову, було умисно так прописано законодавство, щоб була оця маніпуляція? Я якось не можу, можу повірити, що працівники департаменту якось самовільно можуть по-іншому трактувати. Ну, ви знаєте, вони ж люди досвідчені. Іменно в цій частині я вважаю, що вони поступають умисно. Якщо касаємо разведенных женщин, да, и доходов бывших мужей, там действительно есть определенная коллизия в законодательстве, то вот в этом случае я считаю, что они поступают неправомерно и умышленно. Вот касаемо дальше конкретных действий. Да, можно выписать людину, если она поза межами державы? Да, вот конкретно может человек сейчас взять ручку и записать. Первый шаг. Сын обязан, должен, да, пойти в посольство Украины в стране пребывания и оформить там доверенность. Дальше он эту доверенность присылает сюда, при этом в доверенности он должен четко указать, что лицо, которому он выписывает доверенность, имеет право снять его с регистрации и поставить на регистрацию. Вот. И он отправляет эту доверенность уже в Сумы, и родители, я так понимаю, могут взять эту доверенность, плюс обязательно взять украинский паспорт, где стоит прописка, заполнить соответствующее заявление на Горького 21, это центр предоставления административных услуг, и в течение суток его выпишут. То есть абсолютно простая процедура. Но я думаю, что в данный момент у многих телезрителей возникнет вопрос, а куда же его приписывать? Потому что у многих действительно складывается ситуация, что выписать-то выпишем, а куда приписать? Отвечая на этот вопрос, я тоже должен предупредить, да, как адвокат людей, что давайте начнем, а какая, собственно, существует ответственность за то, что если человек, не будет зарегистрирован, а, кстати, дается срок 30 дней, чтобы провести новую регистрацию места жительства. Так вот, ответственность согласно кодексу про административные правонарушения следующая. Если кто-нибудь еще выявит, то грозит всего лишь предупреждение. Если это предупреждение будет проигнорировано, тогда грозит штраф всего лишь 51 гривна. То есть, а теперь мы можем покласть там на чашу весов с одной стороны субсидию и с другой стороны 51 гривну. И человек может сам принять для себя решение, что ему легче заплатить штраф 51 гривну или лишиться многотысячной субсидии. Я думаю, что на этот вопрос человек сам для себя должен ответить и выбрать тот путь, по которому он пройдет. Или через выписку, или же обратиться в суд. Мы со своей стороны готовы предоставить исковое заявление, подать. Никаких проблем не вижу. Я думаю, що у вас буде дуже багато бажаючих прийти до вас за допомогою. Ви знаєте, настільки багато людей, що останню неділю я займаюся виключно тільки прийомом людей і на себе, і на свої питання. А осінь ще попереду. У нас ще дзвінок один є, слухаємо. Алло, добрий вечір, ваше запитання. Добрий вечір. Мене звати Тетяна, я б хотіла задати запитання. Я розлучена, у мене є неповнолітня дитина. І мені відмовляють субсидії, тому що мій колишній чоловік не працює. Наскільки це правомірно? А він живе з вами? Ні, ми розлучені майже вже 5 років, і він зі мною не живе, і майже не спілкується. Дякуємо за запитання. Да, Віталій. Можете прокоментувати, ви також є юрист. Подібні питання вже неоднократно обращались к нам люди за допомогою. И хочу первое сказать, это то, что в постановлении четко прописано, что члены домохозяйства есть люди, которые, во-первых, зарегистрированы и фактически проживают. Так как ваш муж, бывший, фактически не проживает, он не является членом домохозяйства. Когда эта ситуация в мае у нас возникла, такой вопрос, мы, естественно, нашли разъяснение Минсоцполитики, вот оно, в котором Минсоцполитики четко указал, что в таком случае мужа нельзя учитывать как члена семьи. Его доходы во внимание не берутся. Естественно, после получения этого разъяснения
мы обратились в департамент соцзащиты. Они говорят, да, мы знаем об этом разъяснении, но у нас оригинала нет. Мы подали адвокатский запрос. На него нам в течение 5 дней Минсоцполитики дал оригинал этого разъяснения. Мы его перенаправили в департамент соцзащиты. Но и тут они пришли к уловке. Они сказали, это разъяснение носит рекомендационный характер. Получается, в определенных случаях они берут во внимание разъяснение, а в других случаях, когда ему это не выгодно, она говорит, что это всего лишь такой рекомендационный характер. То есть любыми путями затягивает получение гражданам города Сумы социальной помощи в виде субсидии. Но, исходя из того, что говорил уже ранее Александр, у вас есть много путей, как выйти из этой ситуации. Первое – это не учитывать его как членом домохозяйства. Или обратиться, в случае, если вам отказали, обратиться в суд защиты своих прав в судебном порядке. В этом мы, естественно, можем помочь. Или вы можете использовать другие методы защиты своего социального права на субсидию. Я хотел бы, если можно, добавить. Во-первых, не переживайте. У нас скоро сентябрь, начало предвыборной кампании. И уже доносятся отголоски с Киева, что будут вносить изменения в постановление именно в части разведенных женщин и учитывания доходов бывших мужей. Поэтому я думаю, что в сентябре все-таки изменения будут внесены в постановление, и уже на отопительный сезон вы без проблем сможете оформить себе субсидию. А можно, от, коли я слухала Віталія, мені спало на думку, дуже багато минулої зими було оголошень про квартири, які здаються в оренду, і написано «з оформленою субсидією». От можна прокоментувати цю, ну, скажімо, таку колізію, да? У нас дуже багато квартир здається в оренду вже з оформленою субсидією, і люди виходять туди, заходять жити без жодних проблем. І таким чином, мені здається, що це, ну, також якась маніпуляція. Да, знаєте, от я вам просто пишу зараз реальну ситуацію. В нашей стране очень много чиновников, все вы знаете, которые оформляют себе премии по 300%. Есть вообще, в принципе, достаточно ушлые люди, которые, несмотря на свои доходы, умудряются как-то оформить себе субсидию. И я задался вопросом, а как же им это удается? Вы знаете, я вам сейчас расскажу, как это происходит. Давайте представим. Это реальная схема? Ну, это не то, что схема, это, в принципе, в пределах законодательства выходит, да, и прикопаться практически не к чему. Ситуация выглядит следующим образом. Возьмем чиновника, у которого есть высокие доходы, квартира 100 квадратных метров, купил недавно Мерседес за 100 тысяч долларов. И тут он в какой-то прекрасный момент понял, что ему нужна субсидия. Не вытягивает он, бедный. И что он делает? Почему не попользоваться, да, государственными, да, деньгами, да? И что он делает? Он идет в ближайший вуз, высшее учебное заведение, находит там студента. На каких-то условиях с ним договаривается, что он ему передает в аренду свою квартиру. И студент дальше идет в департамент соцзащиты, подают такой же перечень документов, как подают наши люди, но прикладывают при этом еще договор аренды. Чтобы снять вопросы со стороны налоговых органов, что вот за сколько вы сдаете квартиру и декларируете ли вы этот доход, они в договоре аренды вписывают стоимость месячную 0 гривен, ну, мотивируя тем, что вы видите, какая ситуация у нас в стране, какие у нас тарифы. Мне легче и дешевле сдать эту квартиру, чтобы просто там кто-то жил и платил коммунальные платежи. Ну, это так, отступление, да? И вы не поверите, департамент соцзащиты без проблем дает такому студенту субсидию. Почему был выбран такой субъект, как студент? Ну, во-первых, постановлением кабинета министров, да, там к студентам нет жестких условий. То есть он получает небольшой доход в виде стипендии. Нет требований к трудоустройству обязательному. Да, то есть если он безработный, то это ничего страшного. Все. И получается, что кому-то, кто действительно нуждается в этой субсидии, заставляет его ходить, оббивать пороги и рассказывает, что субсидии ему не положены. Да? А какому-то чиновнику или ушлому бизнесмену дают субсидию. Вот я и хочу понять,
почему в нашей стране вот такая ситуация. Я думаю, что это яркий пример, и многие наши телезрители уже смекнули и поняли, как это все делается. И что без выходных ситуаций на вот этом даже кричащем примере просто не существует. Просто мало людей, которые разбираются в этом вопросе, как мы, и готовы показать, проинформировать людей о том, что происходит в нашей стране. Ну, ті люди, які залишились, яким відмовлено, да, вони відчувають безвихідь ситуацію. Да. Давайте послухаємо, ще один дзвінок є у нас в студію. Слухаємо вас, будь ласка, ваше запитання в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір. Хочу поблагодарити Олександру за його роботу і допомогу. Хотілося б задати вопрос. Я живу в розводі, мусі неізвісно, де її. До мене прибув, щоб я указала в дистанцію і попробую видохнути. Я вже не знаю, як, чим ви займаєтеся, чи ви не отримали заповідь. Як мені посидіти в цій ситуації? Ну, я так понял, это такой же примерно похожий вопрос. Спасибо большое за вопрос, за благодарность. Такой же вопрос, как был предыдущий, да, вот по разведенным женщинам. Я еще раз повторюсь, не переживайте, потому что у нас политики как делают? Они сначала закручивают жестко гайки, когда люди начинают уже кричать, нервничать, они ее спускают, подспускают, да, гайку. Тобто людей проверяют, чи буде реакція. Да, а потім це преподносять, як, знаєте, це наша заслуга. От ми за людей і ми добились. Вот это спеціально делается накануне выборов. І я їх завжди людей призываю, внимательно смотрите за каждым политиком. От ми не успели митинг провести, да? Первый, кто это сделал. На следующий день открываю Facebook, уже пиар идёт. Медуница пиарится. Вот я уже тут обратился к Гройсману, и он меня тут, видите ли, послушал и пообещал, что внесет постановление. Ну, это уже такое, моральная ответственность этого человека. Не хочу даже о нем лишний раз вспоминать, если честно. Я еще дополню Александра. Очень часто люди в подобной ситуации задают нам вопрос. И переживает о том, что а если я выпишусь, не повлияет ли это как-либо там, не заберут у меня квартиру, буду ли я собственником? А в случае, если это пожилой человек, говорит, не лишатся ли наследства мои дети, в случае чего? Мы хотим вас уверить, что в данной ситуации, если вы выписываете свою там дочь с внуком, вы ни в коем случае не потеряете право собственности на квартиры. Оно непоколебимо, пока вы владелец. И в любых жизненных случаях, если так случится, вашими наследниками будут или законные, по закону это будут или муж, или дети, или вы можете составить завещание. Поэтому переживать о выписке родственников и потере прав собственности на квартиру вам не стоит. Это лишнее. Віталій, так це якщо людина власник квартири, якщо квартира приватизована, а якщо квартира, ну, є такі ще не приватизовані квартири в комунальній власності, да, якщо я правильно це скажу, тоді як? Якщо людина випишеться, вона ж втратить право на квартиру. Може, таких багато людей, і вони бояться? В даному случае необхідно пройти процедуру приватизації квартири, оформити право собственности на неї. І тоді вже виписуватися і подавати документи в департамент соцзащити. Дякую за відповідь. 64-04-77 наш телефон, і у нас, здається, ще один дзвінок є в студію. Алло. Алло, ваше запитання, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло, ми вас не чуємо. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Пожалуйста, ответьте мені на такий вопрос. Ми два пенсіонера. Прописанного на комнатной квартире. У нас прописан своим. Но нас лишили нет, а он с нами не проживает. Нас лишили субсидии, говорят, что нужно еще доходы сына жены. О, Господи, еще нова коллизия. Да, да. Да. Вопрос ясен. Смотрите, в чем заключается ситуация. Когда вы заполняете декларацию, здесь есть две таблицы. Первая таблица касается членов дома хозяйства. То есть это, повторюсь, лица, которые... Это уже мы сказали, про, да, там зарегистрированы и проживают. Да. В зависимости от того, кого вы здесь укажете, тогда будет заполняться вторая таблица, где указываются данные о членах семьи лица, который входит в состав домохозяйства. То есть если вы указываете в первой таблице своего сына, соответственно, здесь, во второй таблице, нужно будет указывать его супругу.
И, соответственно, будет также учитываться, работает она, не работает, какие доходы она получает. То есть она будет так же, как и ваш сын, влиять на получение вами субсидии. То есть чтобы, если есть проблемы именно в части или сына, он там может быть безработным, да, или высокие доходы у него, или в части его супруги, то, я повторюсь, у вас есть возможность выписать сына из квартиры, если он согласен это сделать, а я думаю, если, в принципе, в хороших отношениях с родителями, он не может быть против, и не нужно этого пугаться. Или же, если он против, у вас есть право в судебном порядке также его выписать. Вы можете обратиться к нам, мы подготовим этот иск. Да, действительно, через суд это займет порядка там, 3-4 месяцев, но учитывая, что отопительный сезон не за горами, это нужно уже начинать делать сегодня. Вот примерно так. Кроме того, я дополню Александра. Наверное, в этом случае дети просто, сын с женой, наверное, снимают квартиру где-то, где-то живут. Ну, может, це той випадок, коли бояться втратити, да, квартиру, да. І тому він тут живе, прописаний з батьками, так вот, щоб зберегти власність. Ви можете указати себе, свою жену, і написати, що син фактично не проживає. На основі цього повинна вийти комісія, перевірити факт непроживання. И не учитывать доходы ни сына, ни его жены. В случае, если вы переживаете о том, что могут быть дополнительные вопросы, если ваш сын фактически снимает, арендует жилье, вы можете попросить о том, чтобы сын предоставил договор аренды в департамент соцзащиты. Довести, что он зарегистрированный в другом месте. Фактично проживает в другом месте. И тогда у департамента не будет никаких возможных разговоров о том, что он все-таки фактически проживает. Потому что этим документом вы документально подтвердите, что ваш сын не является членом домохозяйства. Он просто зарегистрирован. Ну, уявіть собі для людей похилого віку, як це складно все, да, от піти десь. Але давайте ще один дзвінок послухаємо. Алло, добрий вечір, ваше запитання в ефірі. Слухаємо Алло. Вас. Ми вас чуємо, говоріть. Алло, доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, я стосовно того, що якщо батько дитини, тобто колишній чоловік, прописаний в окремо, ви кажете, що є роз'яснення, але в роз'ясненні теж є якась певна умова. Наскільки я знаю, там повинно бути документальне підтвердження. То яке документальне підтвердження може бути взяте департаментом? Роз'яснення є, і вони це показують, але там написано документальне підтвердження, що на даний час може бути документальним підтвердженням, що батько, колишній чоловік, не проживає з моєю дитиною. Дякуємо за запитання. Да, спасибо. Я, може, начну, ти доповниш. Смотрите, если вы разводились, то, как правило, в судебном решении указывается, с кем проживает ребенок. Да? То есть уже фактически это свидетельствует о том, что ребенок проживает с вами, соответственно, муж никакого отношения к вам не имеет. Да? Это как один из вариантов подтверждения, с кем проживает ребенок и, соответственно, что муж не с вами. Второй вариант – это, естественно, если у вас в квартире, с которой вы проживаете, ребенок ОСББ или ЖЭК, вы можете обратиться к начальнику ЖЭКу или главе ОСББ и в комиссионном составе составить акт о фактическом проживании ребенка по указанному вами адресу. Это и будет документальное подтверждение того, что фактически ребенок проживает с вами, а не с бывшим мужем. У нас, шановне панство, у нас десь хвилин 5 до кінця ефіру, все-таки ми бачимо, що, мабуть, скільки людей, стільки буде проблем. Є різні причини, з яких людям відмовляють призначені субсидій, але і от у вас ціла купа різних поправок, які можуть і не прийняти, сказати, що ви не суб'єкт законодавчої ініціативи, і ніхто його не прийме до розгляду навіть, чи там зміни у законодавство. Який вихід взагалі у цій ситуації з субсидіями? От я буквально вчора в ефірі говорила, що ще пару років тому нас усіх, ну буквально беріть субсидії, жодних документів не треба. Сьогодні урізають, відверто урізають дуже багатьох людей, відсікаючи від цієї державної допомоги. Ну, власне, ситуація дуже така глибока, да. І мені здається, буде погіршуватись далі. Тому що зараз от ми бачимо, які відбуваються процеси в економіці, закриваються підприємства, тобто люди залишаються без засобів до існування і без субсидії. Да. Ну, смотрите, я
тоже прекрасно помню, как год назад мы выходили на площадь, боролись, призывали людей выходить тоже, бороться, отстаивать справедливые, объективные тарифы. Тогда люди нам отвечали, что зачем нам нужны ваши тарифы, у нас есть субсидии. Я их предупреждал, что, дорогие люди, пройдет год, и поверьте мне, количество субсидиантов будет урезаться. А почему я предупреждал? Потому что я всегда смотрю в далекую перспективу, как минимум на 5 лет. И вот давайте, чтобы далеко не ходить, мы просто проанализируем. Вот, проедемся по улице Харьковской. Пивзавод закрыт, фарфоровый завод закрыт, мясокомбинат закрыт, все же это банкроты. Селми закрыто, Сумсельмаш банкрот, суконную фабрику вообще снесли. Фрунзе на пороге банкротства. Что у нас там? Ну, Химпром на пороге банкротства. То есть о чем мы вообще говорим? О том, что субсидия – это деньги, которые идут с государственного бюджета. Чтобы они в государственном бюджете там появились, их нужно заработать. А заработать их можно только путем, когда работает предприятие. Соответственно, если предприятия у нас не работают, то ни о каких субсидиях и вообще в принципе развития нашего города и страны говорить просто не приходится. Вот именно нашим политикам нужно не пиариться на вот этих вопросах субсидиях, да, а предложить вариант выхода в сложившейся ситуации, как привлекать инвестиции, как открывать новые производства, создавать рабочие места, улучшать инвестиционный климат, налоговое законодательство. Кто-нибудь вообще об этом говорит? Никто не говорит, потому что все обо всем и ни о чем. И... Ничего, сьогодні вже багато банерів, де обіцяють уже нові програми, нові там напрями, курси і так далі. Всі, кого ви бачите на банерах, вони всі з 90-х років політики. У них було достатньо часу доказати, що вони можуть щось змінити. Все уже, менять нечего. Знаете, я постоянно при встречах людям говорю, что в каждом вопросе есть точка невозврата. Это было и по Фрунзе. Вспомните, в 2012 году Лукьяненко всех предупреждал. Люди, отстаивайте свои права, выходите, иначе через 5 лет заказов не будет на заводе. Ну, так и вышло. Ну, вот. Все, теперь люди приходят спустя 5 лет и говорят, а что же нам делать, завод закрывается. Так уже точка невозврата пройдена в этом вопросе. И таких точек невозврата, в том числе в решении городских проблем, их уйма. А ими просто не занимается никто. И самое печальное, что люди, которые дорвались сегодня до власти, они делят деньги и перераспределяют, но не думают о том, как их заработать. Вот в этом и заключается самая важная проблема. Тобто ми приходимо до висновку, що треба міняти владу і заводити у владу нових людей з новим мисленням, молодих політиків. Ну, по поводу молодих, я не совсем з вами согласен. Нужно заводити умних людей, способних людей, людей, которые хотят что-то изменить в нашем обществе, в нашем сознании. А вот недавно включаю 112 канал, такая реклама, да? Там показывает народного депутата, друга Медуница с Народного фронта, как его там, казак Гаврилюк. У него спрашивают, вот вы там проголосовали законопроект, он приведет к тому, что увеличатся цены на газ. Как вы это вообще сделали? На что он ответил? Ну как? Я просто нажал на зеленую кнопочку и проголосовал. Вот это уровень наших депутатов. Но при этом он носит вышиванку, украинскую мову испилкуется. Патриот. И называя себя патриотом. Так кто у нас патриот? Может, не тот, кто на каком-то языке не таком говорит, который кому-то не нравится, да? А может, потому что мозгов у этих людей нету, и они не способны предложить ничего людям. А рассказывают постоянно, поднимая темы то религии, то языка, то еще непонятно чего. Який же вихід? Все-таки який же вихід? Віталій, у вас є якісь доповнення до того, що Олександр сказав? Я підтримую Олександра в цьому питанні і вважаю, що ви в першу чергу повинні вибирати людей в нову власть умом, а не серцем. І тоді ви побачите змінення і в собственному місті. Дуже оптимістичне таке завершення, але все-таки на даному етапі, напевно, треба ще раз пояснити людям, що можете ви запропонувати їм в плані допомоги, от якщо є відмови?
Да, запишите, пожалуйста, адрес. Город Сумы, площадь Независимости, 15. Это гостиница «Воскресенская», находится напротив центрального ЗАГСа, на втором этаже, наша общественная приемная. То есть вы можете туда обратиться, записаться, и мы обязательно с вами встретимся и разберем вашу проблему по полочкам. Я думаю, ви вже уйдете з готовим рішенням. Ну і дуже важливе питання, чи платні ваші послуги, да? Ні, да, по поводу оплати. Наші услуги безплатні. Но в даний момент, от ви знаєте, ми обратились з іском в суд. Не каждый человек готов оплатить судебный сбор, потому что, как минимум, да, когда мы оспариваем незаконное решение департамента, заявляем от 2 до 3 исковых требований. Это порядка там 2000 гривен. Соответственно, мы прочитали, изучили законодательство, закон Украины о судебном сборе, статья 8, по-моему, и там написано, что если человек обращается за защитой своих социальных прав, а субсидия является социальной помощью, то, соответственно, суд может освободить человека от уплаты судебного сбора, ну, в зависимости от его материального состояния. То есть если у человека действительно невысокие доходы, то суд может его или освободить, или отсрочить уплату судебного сбора, или уменьшить этот судебный сбор. То есть вариантов, еще раз повторюсь, очень много, как выходить из той или иной ситуации. Наша задача – это дать человеку удочку, а дальше человек сам решает, хочет он наловить рыбу или не хочет. То есть со своей стороны мы сделаем все, что от нас зависит. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні ми говорили на тему субсидії, що робити, коли відмовляють у призначенні субсидії. Нашими гостями були спікери Олександр Соколов, адвокат, правозахисник, і Віталій Луговський, юрист. Ну, прикро мені це говорити, але, напевно, ми ще будемо піднімати тему субсидій, тому, напевно, ви не востаннє в нашій студії. Дуже дякую вам за фахові роз'яснення. І дякую всім, хто дивився наш ефір. Залишайтесь на телеканалі АТВ.